Кажуть, людина живе, допоки про неї пам'ятають. Про здобутки миколаївського корабля і суднобудування пам'ятають, то може цього досить? Ось, наприклад, колиска нашого міста. Верф, яка на один рік старша за Миколаїв. Останній в Україні суднобудівний завод, який досі належить державі. Більше того, входить до переліку стратегічних підприємств. Що ж це за стратегія така, якщо останнє судно за державним замовленням тут побудували понад 10 років тому? Це був буксир «Гайдамака». Гроші на утримання недобудованого ракетного крейсера доводиться щороку випрошувати у Міністерства оборони і не завжди успішно. Спорадичні ремонтні роботи – не наче насмішка з масштабів та все ще потужного потенціалу підприємства і колективу. Борги і зарплати накопичуються з листопада 2014 року. Мабуть, за стратегічними роздумами держава і, зокрема, концерн «Укроборонпром» просто не мають часу займатися тактичними, щоденними питаннями. Якщо ще рік-два тому працівники та профспілка заводу імені 61-го комунара, попри протести і протистояння, знаходили врешті-решт спільну мову з керівництвом підприємства, тепер, схоже, терпець урвався. На пікети під обласну державну адміністрацію навесні цього року виходили інколи що два тижні. І одна з основних вимог – звільнити генерального директора. Профсоюзу! Ні! Петрову! Ні! Петрову! Ні! В июле-августе прошлого года господин Петров возглавил ваше предприятие. Какие радужные были обещания, вы все помните. И 10 тысяч заработной платы, и погашение задолженности за 3 месяца, и загрузка полное предприятие до конца года, вы будете в золоте ходить. Ось деякі обіцянки, котрі були виголошені торік, в листопаді і грудні. Перший етап – це відновлення судоремонту. Другий етап – це відновлення судостроєння. У нас були вже проведені переговори, може ви читали в інтернеті, з фірмою «Монако» по будівництву 4 рефрижераторів. По судостроєнню на наступний рік. Нами заключено договор по 12 баржам. Протокол есть намерение по 4 рефрижераторам по строительству. Уже приезжал заказчик, и планируется приезд делегации, полностью заключение договора на январь месяц. По баржам финансирование планируется январь месяц. Але в реальности завод практично стоит. Електрику вимкнули за борги, замовлень немає, пересічних працівників і навіть керівників підрозділів звільняють з порушеннями норм законодавства. Борги і зарплати лише після приходу Федора Петрова на посаду директора зросли на 22 мільйони гривень і складають сьогодні 37,5 мільйонів. Жодного позитивного інформаційного приводу за останній рік, період керівництва Федора Петрова, завод не створив. За винятком хіба що простроченого, але начебто завершеного ремонту двох кораблів. Заводчан навіть був змушений підганяти новопризначений командувач вітчизняних військово-морських сил Ігор Воронченко. Щоправда, ці замовлення, як свідчили працівники заводу, новий директор отримав у спадок від свого попередника. Водночас все частіше ми чуємо про вивезення порізаних металоконструкцій або верстатів на металобрухт. А як би хотілося розповідати про будівництво нових суден та кораблів? Що ж до концерну «Укроборонпром», який є керуючою компанією по відношенню до заводу імені 61-го комунара, як і багатьох інших миколаївських підприємств, що мають військову складову, діяльність цієї структури викликає неоднозначні оцінки і критика лунає доволі часто. Мій особистий досвід спілкування з керівництвом концерну оптимізму не додає. Ось що мені відповіли восени 2014 року на запитання про забезпечення роботою найстарішого миколаївського заводу. Смотрите, наша задача здесь найти вот грамотный менеджмент, чтобы работал на заводе. Первое, это задача Укроборонпрома, то есть чтобы там был грамотный менеджер, раз, и чтобы этот завод был обеспечен заказами. Все, поставили, значит, грамотный менеджер уже все процессы сделает, которые нужны для того, чтобы это, потому что производственная площадка шикарная, да, и заказы. То есть наши заказы привести, наша задача помочь, если этот менеджер сам не может сделать, привести туда грамотные заказы. Вот это наша миссия. Сори, давайте говорить в каждой в разрезе своих компетенций. Что над первым, что над вторым, мы сейчас работаем. Про можливість продажу ракетного крейсера, який раніше звався «Україна».
Это опять-таки вопрос, ну, не нашей компетенции. Вы понимаете, да, меня? Если будет принято решение его достроить, значит, он будет достроенный. Если будут приняты какие-то другие решения, будут приняты. Еще раз говорю, то есть давайте не воспринимать Укроборонпром как производителя и требования предъявлять ему как производителю. Вы понимаете, да, меня? То, что наша задача – наращивать производственный потенциал, удешевлять продукцию. А це весна 2015-го. Розлога – відповідь на запитання щодо перспектив заводу імені 61-го комунара. На сегодняшний день вы знаете, что действительно есть серьезная аналитика в геополитического плана о том, что судостроительные отрасли мировые переживают кризис, потому что произошел из-за кризиса общемирового сократилась логистика, сократились транспортные перевозки, и соответственно это повлекло за собой сокращение производства судов. И действительно, ну, в Европе это не относится только к Украине, Греция, там традиционный строитель судов, там Турция, ну вообще все страны мира действительно отрасли стоят. Наша стратегия Укроборонпрома действительно привязывается к задаче президента. Петр Алексеевич сказал, вы знаете, не так давно о том, что он объявляет задачу на создание военно-морского флота Украины. И вот как раз мы подключим к решению этой задачи, которую ставит президент Украины, завод имени 61-го коммунара. И я думаю, таким образом мы решим и социальные проблемы тоже. В січні поточного року нарада на заводі за участі Романа Романова відбулася без представників преси, тому більш свіжу цитату навести не можемо. Але, напевно, він знову говорив про важливість, перспективи і старання державного концерну «Укроборонпром». Вже протягом 3 місяців завод повністю без електроенергії. Чи правда стало відомо, що після втручання президента і Кабінету міністрів готується рішення про ануляцію боргів підприємства за електрику? Йдеться, до речі, про понад 25 мільйонів гривень. И второй документ, который как-то мы надеемся, что он будет положительно разрешаться, и как-то благодаря ему это сдвинется с места, это распоряжение Кабинета министров о мерах по погашению задолженности по заработной плате. Все літо заводчани офіційно мають 6 робочих днів на місяць. Первинна профспілкова організація заводу і обласна галузева профспілка зверталися і до вищого керівництва держави, і до правоохоронних органів. К сожалению, арестовывались машины. От СБУ, потом СБУ. Я обратился туда, они сказали: дайте нам письмо от Укроборонпрома как собственника, чтобы мы могли досматривать машины, которые выезжают с завода с товароматтеріальними цінностями. И на этом работа СБУ у нас в городе Николаево по отношению к нашему заводу закончилась. Майже 1.5 місяця тому передали низку документів до військової прокуратури. Чекають реакції. Були кілька місяців тому і в офісі державного концерну «Укроборонпром». Я оставил товаротранспортні накладні, которые были, по которым были вывезен металлолом. Но после этого эти документы, часть документов, те, от которых я знаю, были изъяты из бухгалтерии. Вот. И деньги, естественно, там порядка 220 тысяч на завод не поступили. Я этот пакет документов, точнее товаротранспортные накладные, оставил в Укроборонпроме. Точно так же я оставил перечень продаж, порядка 27-28 позиций, где в том числе продажа цветных металлов. Я официально обращался в адрес полиции. Значит, по последнему ответу, значит, есть это у меня ответ в полиции, возбуждено 12 уголовных дел, в том числе и были вывезены вентиляторы 18 штук, вроде бы на промежуточный склад в городе Николаеве. Естественно, такого склада в заводе нет промежуточного, и за предоплату 2,3 миллиона сегодня не тяжело подверить на экваторе у нас. Но я подверял, один вентилятор стоит на сегодняшний день порядка 2 миллионов, их вывезли 18. Водночас Федір Петров усіляко перешкоджає діяльності первинної профспілкової організації заводу. Мне особо хотелось бы отметить, проводила работу Государственная служба Украины по вопросам
труда и заработной платы, это Николаевская областная служба. Здесь отмечены много недостатков, которые в настоящее время имеют место на нашем предприятии. В частности, по результатам этой проверки обнаружено ряд нарушений о незаконном увольнении работников завода. Это в частности начальник ПО МАЦАН, его заместитель инженер первой категории Костенко, работник цеха номер 7 Филенко и многие другие. Нас незаконно уволен был главный инженер. Главный инженер, начальник ОХСП «Универсал», ныне это цех номер 8. Вот, они восстановлены, но товарищем директором эти люди не допускаются к выполнению своих функциональных обязанностей. Зафиксовано и низку інших порушень колективного договору та кодексу законів про працю. При этом генеральным директором издано распоряжение 20-Р с апреля 2016 года не удерживать профсоюзные взносы членов профсоюза, что является, естественно, нарушением части 3 статьи 249 Кодекса законов о труде и части 1 статьи 25 Закона Украины по выплату заработной платы, потому что мы не можем выплатить законно заработанную плату штатным работникам профсоюзного комитета. На сегодняшний день мы уже 2 месяца находимся за свой счет, потому что нечем платить налоги, но продолжаем работать во имя трудового коллектива, членов профсоюза. Первичная профсоюзная организация наделена полномочиями общественного контроля, предусмотренных в законе. Общественный контроль проводился и проводится систематически на этом предприятии в таких даже сложных условиях. По результатам этого контроля были выявлены десятки нарушений трудового законодательства. Соответствующие документы были переданы и в Управление труда Николаевской области, в облгосадминистрацию и правоохранительные органы для принятия соответствующих решений. Вот. Выданы также представления на устранение этих нарушений и руководителю завода. К сожалению, только лишь Управление труда отреагировало на ряд обращений и уже самостоятельно провела проверки, о результатах которой говорил председатель профсоюзного комитета. Все другие органы как-то ведут себя достаточно пассивно в этой ситуации. Требования о расторжении контракта с руководителем предприятия, именно Петровым, было направлено в Укроборонпром еще несколько месяцев назад. Но, к сожалению, действий не было со стороны Укроборонпрома никаких. Они, в принципе, нам не ответили в установленный законом 2-недельный срок. И поэтому нами было принято решение именно первичной профсоюзной организации о обжаловании бездействий Укроборонпрома по расторжению контракта с генеральным директором 61-го коммунара. На сегодняшний день дело находится в суде. Отже, ситуація не викликає оптимізму. Можливо, як завод, це підприємство вже не розглядають, і його територія потрібна для чогось важливішого? Важливішого для конкретних посадовців, звісно, а не для України.